Всем привет, я Инга, рада, что ты заглянул на мой канал. Сегодня мы с вами будем кушать, хавать эклеры с ежевикой. Не взяла упаковку вам показать, ну ладно. В Пятерке покупала. Как всегда нам везет, я не знаю, когда я съем 10 штук, потому что просто мечтаю съесть 10 штук, но это очень типа легко, вообще легко, даже мне. Тот, кто хавает немного. Ежевика, с нее и начнем. Эклеры. Эклеры у нас с заварным кремом. Офигенский просто. И мягкие эклеры очень обожаю. Начиночка такая. Легкая. Знаете, не те эклеры, которые были там 90-е, 2000-е, да, эти вот. Еще в Ералаше показывали. Эти эклеры такие тяжелые, с начинкой. Ты просто хаваешь, как будто масло одно внутри. Фу, я их так не любила. Просто ужасно. А вот эти ништяк. Я их порастягиваю немножечко. Это видео очень коротким будет. Офигенные, мне очень нравится. У меня здесь, который я разрезала, давайте туда ежевичку накладем. Такой у нас хот-дог получается. Сразу все красила. Знаете, как я и говорила, у меня плюс на весах, ну типа, ну хрен с ним. Зато я в шоке. Я не сорвалась. Я после мукбанга вчерашнего вообще голодная была. Я целый день держалась. Блин, у меня тут чай, как всегда, надо пить. Хоть чуть-чуть. Блин, обожаю. Надеюсь, когда-нибудь я все-таки, блин, успею, смогу купить их, будет больше. Это, знаете, привезут по одной штуке или их раскупают так быстро. Вот эта посыпка только бесячая. Сегодня хотела поэкспериментировать со светом, включить этот свет, закрыла шторки и что-то вообще ужасно, так типа лучше. На основную камеру будет лучше, но фокус бегает. Типа туда-сюда, туда-сюда. То, что еда вблизи, и он ловит фокус. Что делать? Начинка даже где-то вылетела. Поэтому я просто оставила шторки, да, зашторены и все. Блин, ну хрен знает, да, чего делать, чтобы было поярче. Уже еще от камеры зависит.
ягодками прям вообще. Я надеюсь, вы кушаете вместе. Спасибо вам большое за просмотр, за внимание. Всем счастливо и пока.